Всем привет! Сегодня 26 июня, 9 часов утра. Я нахожусь возле пляжа деревни Баландина, Псковской области, в Великолукском районе. Здесь, в старой иве, как бы ствол старый есть, а от него еще 3 новых, свеженьких, молодых. Сделала себе гнездо зарянка. Сейчас покажу птенцов. Вот там располагается гнездо. Там 4 птенца. Сейчас птички беспокоятся, поэтому я пойду. Я на другом берегу речки. Стою. Тут как бы рядом пляж. Типа. Но, тем не менее, зарянки тут все-таки свили. Гнездо. Ну, правда, сюда его уже обнаружили ребята. Так что ходит смотреть. Поэтому надо сказать, чтобы не трогали.